Товарооборот Башкортостана с Китаем в 2022 году превысил 1 миллиард долларов. Об этом в интервью телеканалу РБК «Уфа» сообщил представитель республики при торгпредстве России в Китайской Народной Республике Флюра Садулин. Китай занимает лидирующее место в числе торговых партнеров. В прошлом году предприятия Башкортостана экспортировали товары на 870 миллионов долларов. В основном это сельскохозяйственное сырье, продукты, изделия машиностроительной отрасли. Импорт составил 360 миллионов. В его структуре оборудование и пластмассовые изделия. Сейчас ведутся переговоры с предприятиями городов Аньшань и Синьчжоу. Они готовы закупать зерно и уголь. У нас отличное производство в России и в Республике Башкортостан, и зерно, и по сельскому хозяйству. И нашим производителям желательно выйти на дополнительные рынки. Для них некоторые рынки закрылись с санкциями, поэтому Китай для них очень интересный рынок. И, наверное, главнейшее – это вот наличие барьеров в торговле, про которые я говорил, квоты, санфит-контроль. Не всегда у нас продукция проходит по их требованиям, по многим ограничениям, например, там, даже по зерну или по продукции сельскохозяйства, контроль построен таким образом, что нужно на этапе посева даже уже попасть в этот список, чтобы приехало предприятие, лаборатория проверила, где вы засеваете, что вы засеваете. Полное интервью с представителем Башкортостана при торгпредстве России в Китае Флюром Асадулиным смотрите сразу после этого выпуска новостей.